ближайшее время 6 малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр» пополнят Балтийский флот. 4 таких судна будут нести на своем борту морской вариант зенитно-ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь». Первым из них станет корабль «Одинцова», который в конце прошлого года прошел испытания и подготовительные мероприятия для выхода в Балтийское море с целью выполнения оборонительных задач.